Так, раз, два, три, раз, два, три, проверка. Всем привет, 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 добро пожаловать на стримчанский, The Isle Legacy. Собственно, сегодня у нас Subrexy, часть вторая. Помните, неделю две назад у нас был двойной стрим с Immortal'ом на Subrexy'ах, и сегодня продолжение. Привет, Ксион, здорово. Сталкер, не лучшая идея сидеть стрим снайпера. Ну, пускай попробуют, куснут, окей. Аня, привет, привет, привет. Здорово, Рокки IT, привет, братан. Привет. Елена, привет, Кируночка, Витя, Гонга, Геля, привет. Я сейчас со всеми поздороваюсь и пойду в войс. Войс, ты пока там сабрекс своего давай закидывай. Елена Емина, привет. Андрей Грачев, привет, привет всем. Здорово всем. Здорово. Почему не адулты? Ну, в своем роде сабики даже получше будут, чем те же адулты, фулы рексы. Тем более пачкой в пятером. Мы сегодня будем в пятером, да. Должны ребята, короче, подсоединиться. Сейчас мы, я, Гелия и Мортал начнем, а остальные ребята, Фрог и... еще кто-то к нам должен подскочить. Дед, по-моему. Привет, Капибара. Привет, давно тебя не было. Ты сегодня на сабе, Ксион. Отлично, но не забывайте лимит 5, то что вы не сможете уже к нам присоединиться. Привет, просто Дрионикс. Я только решил посмотреть, когда стрим. Понятно, Левешечка, привет. Адолты 2 Рекса не подсоединяются к 5 сабам, ребят. Почитайте лимиты Age of Dina. Привет, Викуля, спасибо большое. Я знаю, ты едешь домой, хорошо тебе добраться. Капибара, здравствуй в сотый раз, наверное, уже. Куда ТП делать, Скай? Приходите на герках, на австриках. Так, пошел я в войс, короче. Здрасте еще раз. Алло? Алло? Етишь твой корень. Ул-то здесь зачем? Угадайте, кто взял не то. Ты фула, что ли, взяла? Да, я только что поняла, что у меня фул. Я такая, блин. Я просто сижу и думаю, по-моему, что-то не то. Смотрю, а у меня написано, я не увидела приписки саб. И думаю, такая, вроде не то что-то. Потом такая, ну да. За живу Рекса можно, Катазавр, привет. Я рядышком сижу сейчас. Межвид на Альберте. Нет, ребят, ну почитайте лимиты. Не поленитесь. Ссылочка даже на Дискорд в описании стрима, ребят. Таймер. Что поделать? Надо было тебя просто съесть, либо ты бы спрыгнул со скалы, и все. Дело-то, господи. Заджувов, к нам приходите на герках, на австриках. Мы вас ждем, ребят. Привет, Windows. Привет, привет. Тёма Снайпер, здорово. Кто мне все время покидает приглашение? Ну, да-да, приятного аппетита. Да, можно? Ешьте. Да, ешьте тогда. Ё-моё, хорошее начало стрима. Ты, может, хоть сделала вид, что будешь драться? Может, так поинтереснее? Не, ешьте. Какая разница? Давай мы тебя проводим просто до скалы вон туда, Гель. Чтоб ты просто спрыгнула, так будет проще. Нам сидеть с этой тушей мяса, ну нафиг. Пойдем за мной, моя хорошая, пойдем. Падьте мне, Гель. Ау. Сейчас, Кир. Здравствуйте всем. Здорово. Всем здравствуйте. Принял? Да-да-да. Пойдем Гелю проводим. Это Геля, она случайно взяла фула. Пофайтиться? Я ей предложил, она не хочу, говорит. Прыгай, вот здесь прыгай. Вот, вот тут, вот прям туда, вон да, в норку. Куда ты пошла? Геля, прыгай здесь. Алло, гараж. Ловлю, ловлю, ловлю. Давай, мы тебя ловим. Ну я посмотрю, давай, ладно, давай, Кир прям, тебя ловит. Прям на лицо. Ребят, смертельный номер. Опа. Yeah. О, привет, Андрей. Долта, Рекс, привет, привет. Что за люди, баланс много, наверное. Сейчас многие, наверное, офигеют, скажут, чего? Там трайк такой. Привет, кот-фокусник. Я знаю лимиты 1 Альберта, 1 Сабрекс. Ребят, у нас сегодня Сабрекс, и мы не будем собираться другими пачками. Не хотят, да?
Ну, Дед опоздает, сказал, минут на 10, что ли. Где Фрог? О, Фрог, походу, хавает. А вот тебе, кстати, в этом, в ОБС, в Дискорде показано, что ты стримишь, допустим, игра и так далее, а у меня нет. Чё за фигня? У меня не показывает, просто зайл у меня идет, написано, да, я играю. Показано. Мы находимся на ВВ, ребят. Мы на ВВ. Высший опыт искусства. Привет, Саш. Заходите на Герочка, будете нашими разведчиками. С тем трайком подраться мало. И он подошел. Да. Да где-нибудь здесь пока потусим, потусим. Сейчас Гелет перезайдет. Если... Я думаю... О, что? Что у нас? Кого нету? Фрога, да это... Короче, давай так, если ребята минут через 10 не подойдут, то я предлагаю взять к нам в пати Ксиона. А ты, я не знаю, можешь своих кого позвать. Давай так, Зетет. Давай, да, давай, 10 минут я вот засекаю, если, короче, не будет никого. В войсе у нас только Сабрекс, ребят. Привет, Жанна, спасибо большое, спасибо. Да мы видим фул адолт трайк, но вдвоем нападать, о, спасибо. Скай, пойдете на близы? Думаю, наверное, да, не знаю, сейчас посмотрим по обстановке. Все, пойдем пока чекнем, что там, да? Пойдем, трайк, кстати, такси учили. Так, ребятки, короче говоря, что хотелось сказать. Любители Еврима есть на стриме, я знаю, 100%. Короче говоря, сегодня разрабы, спасибо Левишке, она мне напомнила. Я зашел на дорожную карту, на дорожной карте добавили кучу всяких много новых механик Цератозавру, Традону и Бейпиозавру. То есть скоро стресс-тесты, да. Собственно, команда Quality, походу, уже завершила все тесты. Ну, там только по балансу, баланс остался, тест баланса, ну, я не знаю, наверное, они тест баланса будут проверять, а потом уже нам дадут в лапки поиграть. Иногда, ну, можно в Дискорд. В Дискорд, Саш, ссылочка в описании, да, заскакивай, присоединяйся в наш Дискорд. Нас забанили на серваке, Артем. Ну, соблюдайте правила, ребят, правила даны для всех, правила писались кровью динозавров. Правила должны соблюдать все. Я тоже, если когда-то нарушал, я нес наказание. Я с этим полностью согласен, ребят. Скай, можно пати, пожалуйста. Даш, никнейм, и если ты джуф, мы даем пати. Если вы сабики или фулы, мы не даем пати. Потому что мы не хотим нарушать лимиты, собственно. А то и нам бананы пропишут. Да, баланса еще нет, я и говорю, баланса нет. Ну, я, прикинь, до сих пор посмотрим. Покажется, не могу. Мне тут еще Елена умирать запретила. Сказала, оттуда достанут. По-любому. Да, уж, сказала, уж... достанем еще и отпинаем. Уж я-то как буду издеваться-то, ох. Я лично приду с тобой. Леночка, привет, спасибо большое, спасибо, спасибо, Лена. Ну, 51-52. Да. Я ж тебя замучаю так, что ты проснуться решишь. А ко мне только можно с бутылкой, да. Яблочного сока, да. А, я, ну окей. А не только. Ну это, ну ладно, посмотрим по обстановке, брат. Вероника, хорошо. Сейчас джубиком даем пати. Так, ну, допустим, я на 51. Тебе не стыдно, а? Мне? Допустим, ты убила Лина на сервере. Мне что, подраться? Съесть нас в начале стрима. Ты вот так вот, да? О, трайк идет, трайк. Я знаю, 4 минуты прошло. Давно бежишь. Уже прошло. Хочешь в обход пройти, что ли? Я хочу мне здесь. Интересно. Алина, у тебя это... Лучше не надо этого делать, короче. Да я знаю, да не трогаю я тебя. Это что было? Ходит тут мне, кричит. Я его не трогала. Я бегу. Я в деревьях, но я бегу.
Я надеюсь, сегодня тоже будет все хорошо. Жаль, что не сможем направила из правила. Согласен, Тёма, согласен. Ну, жалко, ребят, конечно. Многие, да, хотели поиграть и на джубиках, и на герках, а... Бац, вообще в последнее время что-то понимал, много нарушителей на Edge, ребят. Прекращайте. Чай, я ничего не написал. Чё? Сейчас подождём, и чё? Если чё, если фрог не приходит, то даём кому-нибудь зелёный свет. Да, Ксион, ну пускай сразу приходит тогда. Шесть минут, да? Шесть минут. Вы кого-то на таймер поставили? Мы много чего можем. Так, конечно, все хорошо. Там уже давно... Скай, прости, немного задержусь. Хорошо, Катазавр, окей. Так, админов нету, будут ночи. Скай, если что тут на близах Камара? Ну, блин, до близов нам еще дотопать. Мы только начали. Блин, Саби горет так, как будто это ж этот Адолф. Ага. Ну, блин. Для чего сайт? Сайт для чего? Для покупок динозавров ваших, ребят. Ну зачем надо было нарушать, приходить? Напугали. Инфаркт. Ты же знала, что, Аня, нельзя возвращаться на место смерти. Нельзя... в пати. Во время файта. Ну, ты же знала это, или ты не знала? Скорее всего, ты знала, и ты это сделала. Ты могла бы купить бы Диноса, просто чтобы ребята тебя добавили в пати, и где-нибудь неподалеку, не прямо на месте смерти, вот прям, допустим, здесь файт состоялся, где-нибудь вон там на скале бы сидела бы с ребятами, ждала, пока кончится файт, спокойно подошла бы. А герочек сегодня много, это классно. Чего много? Герочек. Не беги, Лин. Место так. Скай, сколько вам до близов? Я уже просто на близе. До близов много. Там затишать вообще плохо оставил. Скай, здесь стадо. Ну, понятно, окей. А мы думали, что стадо или что-то еще будет на... ВВ. Я знал, но на место смерти... А блин, ну вот видишь, Ань, как. Конечно, я чуть не подавился. Ну это же не перманентом наказывается, так что понесете наказание, все пройдет, все будет гуд. Нет, дыхание, похоже, даже. Вот это, попрыгай на месте, а потом все выключу. Вот и все. Скай, уже в пати, и меня теперь не хотят отпускать. Ну, Ксионище, ну как же так? Я слушал, что ли, чтоб вы меня потом опять дразнили? Не-не-не. А я... Просто, Дрёникс, Скай, кстати, а сколько у тебя реклама стоит? Дрёникс, если ты хочешь поинтересоваться рекламой канала, в нашем Дискорде есть отдельная рубрика. Может, запрём её где-нибудь? В чулане, ещё где-нибудь. Давай. Не надо меня запирать, я всегда кушаю. Это знают все. Я всегда ем. Особенно мясо, особенно еду, особенно на стримах. А особенно в больших количествах, да? Чё? Ведрами просто. В чулане она будет вдвойне есть. Заколебемся ее кормить. Скай, я рядом лежу. Окей, лапочка, хорошо. Я думаю, тогда проще, как говорится, убить, чем прокормить. Герчик, вы, если что, бегайте где-нибудь. Так, обследуйте местность. Я еще нужна. О, привет, Эйл. Спасибо. Она Джуф. Джуф Сабик. Ксион не сможет прийти, он в пати, говорит, и его не хотят отпускать. Блин. Да, какая досада. О, насобирали пати нас есть, я понял. Жалко, Саня еще не смог. Вообще пипец. Так, давай, Ксион, пойдешь к нам, я тебя добавляю. Как хочешь. По поводу еды. Будь счастлив, что я начала есть. Потому что, наверное... Год назад или даже два, когда мы сидели и играли, меня заставляли ходить есть, потому что я целыми днями не ела. И что это? Нормально. Нормально. Я сижу, у меня
Сколько здесь литров? 2, наверное. 2-литровая бутылка карачинская, и мне хорошо. Нам очень долго, Вероничка, идти. Чего? Карачинской? Очень долго. Да, карачинская. Я что-нибудь пропустил? Кровь, да нет, мы только собираемся, пока ничего особо интересного не происходит. Нет, она... Скай, может быть, что стресс-тесты будут завтра? Возможно. Возможно, выйдет девлог. Возможно, и будут стресс-тесты. Я не сомневаюсь, в принципе. Такая красная надпись Карачика, ну, типа Карачицкая, но я ее называю Карачиком. Ох, сталкер, знать бы ты еще где. Надеюсь, ты не очень, прям так, очень миллион тысяч километров забрался от нас. Ну все, это до свидания, она бомбой станет. Там, если откроешься, можно помыться. Короче, сталкер на асабе, я его добавил. Да. Сними меня, Ванька. Тебя куснуть? Не, давай, я не надо никого кусать. Давай, кусни меня. Нет, не буду. Ну, кусни меня. Чё, серьёзно? Да, я тихо хочу посмотреть, вы чё, блин? Тихо, Герку не прокуси. Сама виновата, ничего. Куснула? Нет. Вот, куснула. Какая молодец. Довольно, да? Убила человека, покусала. Хорошо начался. Ну, ты знаешь, Оливешка, может быть, это... этот список дополнится завтра с утра, либо дополнится чуть позже. Это не факт. Очень медленные приседания. Кто сильнее, Альберт Сабрекс? Хочется это ускорить. Как-то. Если на высоких, но не факт, что он пойдет у тебя, знаешь, прямо на ультрах. На подъемнике. На компе. Вы качаете, да? Да. Скорее всего, пойдет на высоких, но будет FPS проседать. По-моему, у нас сталкер ближе, чем Вероника. Она вообще не двигается. Да. Она ж, по-моему, вообще на джове. А нет, двигается. Кирюх, спроси у себя на стриме, кто хочет в пати с Абрексом. Давай, кто первый напишет. Он должен зайти. А. Окей. Okay. 62 человека. Хорош онлайн. Там у человека надо 4 минуты, и он прилетит как ракета. Принял. Ну, 16 гибов оператива. А, вы про видео памяти. Ты чё, Ванька, прыгать пошёл? Ха, да хрен дождешься. Я пошел чекнуть, что там, может, внизу кто идет, фиг знает. Пойдём до тупика сходим. До тупика? Ты думаешь, там кто-то есть? Ну, может, райк, может, они собираются там. Стадо мне написали на близах. Так что... Не-не-не, я думаю... Пока мы дотопаем... Ну, спасибо, у меня аж игра залогала. Пойдем, говорю, да тут приказ, ходим. Ну, давай, окей. Подожди меня, тормозни тогда. Пойдет. Уйдем на этот, на близи, если что. Пост, салфик, привет. Блин, сталкера по-хорошему бы в войс добавить.
сталкер, напиши мне в 10, ты уже в друзьях у меня есть. Если ты, тебя нет в друзьях, то добавь в друзья. Я тебя добавлю и в наш войск добавлю. Не чихается. Как чихнуть, когда не чихается? Здорово, Саня, здорово! На свет посмотри. Да не, сталкер, не про тебя говорили. Кто голодный? Фредди, к сожалению, пачка уже заполнена, сори. Ну, у меня 73%. Мила, привет. Привет, родная. Здорово, Илюха. Я дико извиняюсь за все неудобства, которые принес, но есть место. Сори, Илюха, все, уже места все забиты. Такие звуки издают, как будто там у Рекса. Шинобу, Скай, прошу заметить, я скоро приду и даже смогу прийти на стрим, окей. Скай, можешь к вам ТП? Я не админ, ребят, я не ТП. Где? На мне. На мне. Угу. Очень информативно. Так потихо. Он не смотришь, он. Это разве не тот, который заспавнился с нами? А, с нами спавнился Трайк, а это Диблик. Там, да, Трайк был. Значит, может, Трайк где-то. Тимофей Завар, здорово. Он здесь спавнился. Ну, я говорю, здесь может пойти. Он сейчас в гору побежит. Не-не-не. Вот надавать он нам может нормально. Ну, я знаю, да. Герер. Нифига себе, Герка минусовалась уже. Шо, хаваем его? Да, давай дождемся. Пока не кусай. А сталкер не может уже. Уже минута. Сейчас он быстро поворачивается. Угу. Пельмень малолетний. Кому-то придется снимать задницу его. Давай за байчу, влетай в него. Сейчас. Там обрыв, да? По-моему. У нас сразу. Он герерка, блин, все испортил сейчас. Сейчас, ребят, чатик почитаю, секунду. Подставляться я не хочу под его блит. Да, он вообще конкретно блит. Ну, кстати, ему герерки нормально так уже на наш приколал. Очень странно это. О! Бесплатно. Хорош. На сталкер не может уже вступать. А герерок он нормально так косит. Он их всех перебил. Сейчас, маленько подожгеню. Еще бы не решил, нажал. Сань, если ты на Эйджи, пожалуйста, дай день. Тебя ударил? Нет. Я его куснул один. Один раз. У кого нос плохой? Привет, казахский, сэр. Вообще изначально. Что? Дерерки бы так не лезли бы изначально. Надо ему вообще зеркалку сделать. Мы с одной стороны просто. У нас один-то не боец, а оператор. Пресс-атташе. Блин, побайте его, пожалуйста, можешь? Сань, если это сделал день ты, то красавчик. Получил, да? Да, одна капля. Я скину, отойду.
И не подставляйся так. Он сейчас за мной будет бегать. Натала за мной будет бежать. Я иду, короче, пофиг. Снимать. Он там? Он за мной бежит. О, здорово, Юрка, спасибо огромное. Спасибо, братка. Разворачивай его на себя. Он на меня бежит. Скай, мы, да, мы, короче, возле тупика на ВВшке. Следующие динозавры, которые будут добавлены в Эвриму, это Галимим, это Дьябло и это, блин, нам, Дила, ребят. У меня пойти куличник. Короче, пофигу, я иду. Мясо мина кончается. Я иду, все, пофиг. Сколько у тебя, блин? Полтора. Четыре. Лежа три. Я легла. Мне кровь дал. Он тоже лег. Все не ложитесь. А он встал. Ну я его куснула разок, я не знаю, сильно ли. Сколько у тебя гель? Сейчас посмотрю. У меня... Кир, не ложись. Не лежу я, не лежу. Я сижу на этом, на самом приседе. Чё? Здорово, путеводный свет. Здорово. Я на приседе сижу. Ну, собственно, я думаю, он уже вытечет, этот дьяблик. Ну, он на месте стоит. Его дергать надо. Просто не подставляться. А это кто ходит, тут мешается? Да там гига. А чё за сап, кстати, без паки? Не знаю, это не наше. Убежал. Кира. Я отхожу, я три раза попал, у меня две капли. У меня там, наверное, сумасшедший блиц. А, четыре, фигня. Сталкер, а, ты вылетел. Сталкер вылетел, пишет, короче. Понятно. Сколько нам до близов идти? Ну, блин, нам очень много, это... Хотя, ну, с полкарты, наверное, где-то примерно, да, где-то так. Полкарты. Чё у вас по экранам? Если не ошибаюсь, третий. Меня только первый. На каплю скинуть. Потом, ага. Потом можно будет по тику ложиться и все отходить. Там Герка его мотает, молодец. Не дает ему сесть. Ну он просто сам не садится. А вот, кстати, Саша на сервере. Вальдемар? Угу. Ну да, я его попросил, я говорю, сделал нам день. Со мной сидит. Он просит пати. Кинь. Рядом со мной сталкер сидит. Кинул ему. Ваня, если что, я с вами душевно, было бы неплохо. Максимально только сейчас собирали. Да без базара, Сань. Сейчас Саню добавим, короче. Так у нас вон еще сайбик идет со спауна. Блин. У нас еще 4 саба. О, 5. Считать разучился. Я по тику сейчас буду отходить. Еще у тебя лайка был выбит? 2. Нормально. Я не дам ему сесть. Нет. Здорово, Саня. Алло. Здорово. Ты все-таки к нам решил зайти.
Да, у меня были неотложные дела, в связи с которыми я не смог зайти раньше. Вот. В данный момент я уже в игре. Хорошо. Тикс. У вас места есть? Уйди. Есть? Пускай, пускай, для тебя есть. Уйти. Он же не это, он же... А, так, я так понимаю... Сейчас хватит. Ну, сталкер бан отлетит, и все. Ну... Что там? Я говорю. Что там? А сталкер полез в бой. Ну, не понимаю, зачем он это делать? Подожди, а что у нас по сабикам? А, 5 сабов, у нас 5 сабов. А кто 5-й? Вон, Рубик идет. А, Рубик? О, Скай, осторожно, к тебе идет спина. У меня файт вообще-то. Сразу в бан улетит и все. Вань, можно этот самый. Он может не видеть файт, так как... Ну, короче, ты далеко сидишь. Вон он прошел, он увидел, я с Блидом, и вон там внизу. Ну, с Блидом ему нужно, чтобы его забанили, нужно, чтобы видели то, что, ну, типа, ты уху сдавал там. Вот. Потому что могут подумать, что ты просто уже... Я понял, но он мимо прошел. Да, я знаю, он перестал блидить. А я за вами наблюдаю уже долго, кстати. Здорово, Зерк. Да, сори, у нас тут... Ты мне там что-то написал, смотрю, сори, я тебе не ответил, у нас тут просто это, да. Да я вот момент истины. Просто говорю. Джум, лапка, да, можно. Было. Присоединяйся. Так. Это, что хотел спросить? А, по поводу этой, по поводу Евримки хотел спросить. Да. Ты мне что-то писал там, этот самый, по поводу стрима? Я потекаю. Короче, вот. Так. Я вот хотел спросить, у тебя когда он будет, в какой день? По Евриме? Да, я просто бы хотел с вами поиграть, но то я думаю, что это... Если по время будет, то Сань в среду. Ой-ой-ой, какой плохой день. Чё тебе только по экрану? Третий. Экрана? Там. Может мне этого спиннича убить? Может этих всех слопать потом. Пойду я замочу этого спиннича. Значит. Можно трупогерок пожрать, так, чтобы это восстановиться. Ешьте. Я не буду давать ему отойти. Да, он так встал то, что это. Беги! Сейчас я отопьюсь. Угу. Хороший дебрик. Ник лапка, хорошо. Окей, сейчас я добавлю, ребят. Хорошо, короче, наполнен. Легенд. Спин, подожди, кстати, дерется. Да ладно. Я же сказал, я убью сейчас. Ага. А, это ты! Sky Top 100 за кресло. Что за кресло? Да я не помню, я его покупал давно. Не помню, что за название. Просто поднимаю его и все. Я с этим файтом спиннича и профукал. Он тебя прилетел? У меня, да, прилетело. Помотаете чуть его? Да, да, сейчас скажу сколько. Здорово, классик! Привет! Так, ребята, давайте кто-нибудь умирайте. Я хочу за сами зайти. И все зачем так просто, и все так хорошо. Вань, никого там в очереди нет, надеюсь, да? Из чата. Нет, Саш, нет. Хорошо. Что, чтобы этот самый, то люди, может, ждут. А я такой тут пришел на понтах. Ну, если человек с реплеем, этот дьяблик, то я знаю, кто даже сегодня полетит в банан. Ну, вот два таких претендента. Я готов присоединиться. Да, два. Две капли. Ой, так. Я пошел на пол регион. Саня сразу такой, а, блин, а. Начинаем. Записывать никнеймы, да, блин? Да не, я просто думаю, на ком зайти сейчас. Ко мне побежит, скажет. Я лежу. Катазабр, подожди секундочку. Ну, стрим снайпер и что? Побежал на Скай. Теперь на сталкера. Я его пару раз куснул, ребят, нам надо либо отхиливаться полностью и убивать его, либо мы слишком долго дьяблика убиваем. Ну ё-моё, он на меня чересчур долго. Ребят, да вы чё, у него, он же истекает кровью.
Он сейчас подохнет. Так я ему сейчас обжарил. До этого он стоял, пока мы все наполучали. У Сабика очень сильный урон блидом. Вы что, ребят, у него можете... Там 5 укусов, и он уже будет истекать хорошо очень. Я даже вам сейчас могу сказать, как, сколько у него укусов нужно, чтобы... Сейчас, ребят, сейчас почитаю. Блин, сейчас скажу. Я 3 блида. Сейчас скажу, сейчас. Так. Вот, укусы блид. Так. Раз. Я куснул один раз его. Все, а, мой контрольный был, окей. Да. Все, он умер. Ну, у него экран там четвертый уже. Короче, чтобы Сабрекс максимальный блид Диаблику сделал, нужно 12 укусов. 12 укусов. Диблик, ты что, умер? Нет? Че вы молчите? Все, все, я говорю, я ему контрольный выстрел сделал. А, гол. Врага. Нет, еще этим я не хочу драться. Диабликом? Да. Хотя бы пока мы полностью не восстановимся. Надо восстановиться, сожрать. Ну лежите, восстанавливайтесь. Вань, на ком приходить, давай. О, на ком приходить? На Герейре. Не, я имею в виду против вас файтить. У вас места там и так заняты. Или вы хотите повыживать? Да мы можем и пофайтиться, и повыживать. Ну, не, ну я имею в виду, думал... А, так. Войс Сталкер, да, ты мне написал, по-моему. Я зашел на ком-нибудь таком вот мощном, чтобы вы меня попробовали зафигачить. Добавляйся в друзья, Сталкер. Я понял, он хочет нас зафигачить, чтобы мы через главное меню, через сайт... Вот да не. Ну да, вообще, ну... Ну нет. В друзья сначала прими. Это Ванька экран отрегенил? Нет, первый. Лежите до фула, регеньтесь. Да, все, пригласил. Джувом заходи, Илюш, можно, конечно. Мы на ВВ, ребят. Здорово, классик, дела все хорошо, у вас как? Здесь комара всех, кого можно, убила. Блин. Хороший. Я просто проверил, какую кнопку выключается. Ага, окей. Здорово, сталкер. Здорово. Алло, привет. Да-да, мы тебя слышим. Слышишь? Да, слышу. Здорово, Shadow, спасибо огромное. Я отрегенил. Что, у нас спины что-то ходит? Ой, а спины сейчас будем бить? Спины чумнее. Я пас. Спину ты хочешь? Я тоже пас. Мне помирать особо не хочется. О, стерп побежал. Без пати. Все, я к вам бегу. А что за саб без пати? Будем ждать, хорошо. Это не я. А у нас и так лимит у нас. Я не знаю, что там за саб без пати. Убивайте его. Вы подождите его, не доедайте, блин. Забьем его? Этого сабика? О, господи. Вы хотите с трупом сабика сидеть? Блин, Абэйпи выходит, будет ждать, держать. Кстати, Вань, помнишь, я тебе писал идейку ПК давно еще? Ну как и давно, относительно давно. Про ролик тот? Ну да. Блин, что Саня, он очень тяжелый, я не буду этим заниматься, сорян. Ну да. Ну, нужно много времени. Да не, понимаешь, типа там времени как бы да, много, но в основном там от тебя там требуется вообще по минимуму. Как бы... Типа, так и много в плане именно озвучки, всей этой херни, это да, это много, но если его сделать, это будет очень неплохо, потому что такие ролики набирают очень неплохие просмотры. Типа синематик, да? Синематик, только с озвучкой.
Да, это мягко сказано, неплохие просмотры, то есть... На 100 тысяч там где-то так. Илюха, а какой у тебя ник? Проблема-то будет в чем? Это ты, Рубик? Именно вот в съемках самих, то есть... Именно выбирать какие-то дни, вот это заходить, это да, это геморно все. Оливье, я немножко не понял, что ты написал. Блин, а Бэйпи выходит, будет держать все в лапах. Выходит, будет держать... А, будет держать в лапах, ты имеешь в виду мясо? Ну да, наверное. Что если он сможет кусать во время этого? Немножко не понял, все равно. Как-то напиши. Что-то. Не понял. В лапах Бэйпи будет держать куски мяса и в это время файтиться? Это не будет работать. Анимация не будет срабатывать. Потому что нельзя вступать в бой, если ты. Больше минуты прошло, все. Успел, и все. Окей, понятно. Будь предельно аккуратен. Дед, прости, но у нас уже патти. Ты опоздал. Да, да. Кто голодный, что лава орёт аж? У меня уже за два стрима, знаете, сколько кое-то. Я думаю, тот Сабрекс. Что вы про Сабрекса? Голодный. Который голодный. У меня больше спины, чем он тут парит. Ладно. Кстати, спины сюда идут. Я извиняюсь. Ага. Сейчас еще бы упал, во весь ногу сломал, было вообще смешно. Теперь я знакомлю мелодию с сами тебя. О, здорово, Рома, привет! Может, уже пойдем куда-нибудь? Пойдем. А, где какой труп? Мы его сожрали. А, съели. Какой труп, да, Костя. Пойдем. Кости всех остались. Все трупы. Ну... Герерок тоже наши теперь. Где там? По-моему, ни одной Геры. Я одну съел, тут остальных подъели. Погодите. Че то? Я понижу громкость чата, а то мне в уши бьет. Давай. Скай, ты в курсе, что к тебе идут рексы? Вау! Какое счастье-то, блин. Ну давай, заходи. Приходи. Шадоу, да, мы в закрытом войсе. В войсе только Сабрекс участвует. Че ты ходишь? Че ты ходишь? Не ходи тут. Напрягаешь. Нам не прилетит за то, что тут этот Саб без пати, но с нами при этом ходит. Вот у нас труп Герерки еще. Я так понимаю, это Дед, который хотел изначально с нами быть. Может, он пишет, добавьте меня в войс, но у нас как бы ребята уже... На сервере его нет. А, не, ну... Может, там миллион аккаунтов у людей? Сам не понимаю. А, ребят, мне нужно отойти на минут на 10-15, где-то так, потом я приду. Хорошо, Саш. Окей. А что с Гигой ты лежи бокер, да, Рома? Ну, ты знаешь, такими вещами занимаюсь обычно выходные. Отлеживаю бока, и то у меня не получается их отлежать. Говоря, потому что дела. Я ее есть не могу. Со стороны воды. Тоже? Может, в порт большой? Не-а. А мама она забагала. Большой порт? Я ее мог, потому что есть. Поближе будет, чем Близзы. Я пить могу, а это есть ее нет. Да можно и в порт сходить, да, Близзы. Фиг знает. Отсюда вот попробуй. 73 человека, нормально. Hi Sky Top Games, когда будут погодные условия? Здорово, проклятые. Они обещали в 7-м обновлении, там не знаю. Что, пойдем в порт? Вы меня же видите с герками, я переживаю, как бы вы бан не словили. Егор, ты, видимо, тоже человек, который не знает правил Age of Dina. Да, Гереры, они могут меж видеть с любым хищником в игре. Пошли, Ванька, слышишь меня, нет? Что? Герерку труп. А, пойдем, сори, я с чатом. Она все еще наша. Мордол, пошли. Ах, да. Сейчас за один присест. Ешьте быстрее.
больше. Это не наш труп Гиги, мы его не, всё, мы Гигу не трогали и не убивали. Скай, я уже на ВВ. Хорошо, подтягивайтесь. Все, гоу. Привет, Наташ. Не ждали, не ждали. Два Рекса за нами придут. В карте. Куда идти нам? Все правильно, все правильно. Идем, пойдем. Спиночек, подожди. Спиночек. Чего? Гиги кинул. Какой негодяй. Ай-яй-яй. Ты хочешь предъявить ему за это, что ли? Ну, вот, смотри, трогай Гиги. Пускай идет, ест, пойдем. Вот он. А спиннер сверху стоит. И при этом сидит на спринте, по-моему. Гениально. Ну что, в большой порт? В большой порт, ребят. Сабиков пати 5 только, ребят. Да, большой порт. Да, Левешка, да. В выпусках новостей я это рассказывал, ребят. Погода — это 8-е обновление. Ну, Оливешка, если ты знаешь больше меня, то хорошо. В кустах, куда спина ходил. Так в кустах, куда спина ходил, это труп Гиги. Это не наш труп, ребят. Ну что вы наговариваете, ерунды какой-то. Говорят, знаешь, что пишут в чате? Типа, это наш труп, вы нарушаете. Прикинь. Я говорю, как бы Гига вообще не наша, да, до свидания. Блин, Сап, что на, за нами все время идет. Че, Сап за нами? Ну, человек хотел к нам в группу, а он не лезет. Если он Джува возьмет, мы его возьмем. Я лично не хочу отлететь в бан. Сколько там бан-то будет, ну, я же не помню. Ходит от нас. Ну, нарушение лимитов, я не знаю, сколько там оно. А вы куда хотите, на призы идти или куда? На ВВ вроде я говорил, не пойдем на ВВ? Ой, тьфу, на ВВ, блин, в порт, ё-моё. А чё нам, в порту уюток гасить? Может, не только уюток. Мы собрались в порт. Скай, я на черном Сабрексе, это ты, Рубик, да? Собирались, это Макс. Не значит, что мы туда придем. Особенно если помнит, как помнят люди. Донди отвечает на вопросы. Донди, нет, я Донди один раз только спрашивал, мне ничего не ответил. Я общаюсь больше с Гипно и с Панчпакетом. Если он лично тебе ответил, ну это круто, конечно. Вот ты опять, да? Спасибо, Блу, спасибо, да? Удачки. Fatal Error, Шинобу. Если она постоянно у тебя вылазит, проверь целостность файлов. Если вообще ничего не помогает, я не знаю, обнови драйвера и потом пробуй запускать. Если не получается, просто переустанавливай игру, все. Меньше геморроя будет. Было бы удобно, если в Legacy, как бы время, можно было бы на второй крик. Ой, на какой? Да, на второй крик друзей призывать. Миша, ты имеешь в виду в пати? Добавлять. Да. Слышь, Ванька? Я да, слышал, да. А, именно сейчас отвечает? Окей, понял. Так бы и написал сразу, что он выслал дискушен, отвечает. Хорошо. Оливьешка, я понимаю, но я понимаю, что сейчас он там общается. Я сейчас не могу бросить стрим и побежать общаться. Альберти Вар, ребят. Пускай. Идемте, ребята, не нужно отставать. Вообще, я бы не стал прямо прислушиваться, Оливье, запомни. Ну, мы это знаем с Сильвестром. Прямо-таки прислушиваться к словам Донди, потому что Донди такой человек, что он может все переиграть иначе. Он может говорить одно, а по факту будет совсем иное, другое. Я тут
думаю, почему она так долго топает тогда? Дилофазавр тоже в 7-м обновлении. Я же, ребят, ну я знаю, да. По-моему, я вам говорил. Знаете, я когда начинался стрим, думал то, что мы на близах будем. И подумал сразу делать ТП на близы. Это была бы моя роковая ошибка, если бы я так сделал бы. Эх, как бы здесь на пыль. Ром, ну ты по фактам можно сказать. Обалдеть вид. Сказал. Мы фулсабы, да, мы фулсабы. Привет, Сан. Посмотрите. А что если тут калибровку включить? Глаза выгорят. Не ослепни только. Мне самое интересное, знаешь, Манька, что? Да. Когда трайк делся. Трайк? Типа, да. Я правда. Второй саб нарисовался. Уже два саба? Один, да, Альберт. А, Альберт? Альберт идет? За нами? Я тут... Да, да, я тут, когда заспавнился, видел тут Альберта одного. А, хорошо. Слушай, может завалим этого саба, а то он что-то все время идет и идет и идет и идет за нами. Это ж подписчик, по-моему. Да пофиг, ладно, это сталкер. Пускай ходит. Лак. Просто пускай дистанцию держит тут все. Да. Если вот так слишком близко, вы постоянно подходите, если Саша зайдет, Ваня, ты же знаешь, что там будет. Я знаю. Потому если будет постоянно близко подходить, придется его сожрать. Вот, ну, попробуем отогнать тогда, если что, Саша будет предупреждение давать. Попробуем отогнать, не захочет его сожрать. Скай, мы не к реке идем. Трек, мне кажется, мы идем к Катазавр. Увидел, что тут Рексы, считай, еще Долт Рекс. В порт идем. Да, он ливнул. Активировал слот и улетел куда-нибудь. Да. Нет, он, по-моему, мы... Ну, я с ним шла какое-то время, он куда-то направо ушел. То есть, направо? В данном случае уже налево. Фан факт. Спира из 263 мегабайта. Ну, это чего? Хейтмап. Начинается потемки. Ой, пока не знаю, сталкер, блин. На этой неделе больше стримов не будет. Мне надо будет подготовить ролик с новостями. Я думаю, следующую неделю точно наверстаем. Обязательно. Тень Бонни, привет. Does not support this. Окей. Я просто хотел бы статы в Титане. В Титанах. Я купил ампулу. ЕУ 5 не поддерживает Исла Спира и типа того. Давай ты сейчас меня не будешь огорчать. И это не будет обозначать, что обновление... обновление. Переход на Unreal Engine 5 не состоится в Исла Спира. Я не хочу сейчас некоторые слова слышать, что там говорит он или еще чего-то. Я буду придерживаться всех своих старых тех фактов, догадок, которые я получил ранее, потому что они сбываются больше на 80%, чем нежели в последнее время доносится информация. У меня 10 ДР, день рождения. 10 апреля? Ага. Для тортика. Каждому. Да. Да, мы в порт идем. Мы в порт идем. Я не знаю, кто кричит. Да, я вот читаю его сообщение. Альба, либо трава. Ну, я что-то с травами больше не хочу драться. Мы Диаблика долго мучили. Диаблика вы мучили, потому что вы вдвоем его мучили. Я там по факту чего один раз укусила, получила по это блит и ушла. Не, ну ты принесла, как говорится, это. Да, один укус целый. Нормально. На минуту раньше мы его сожрали. Вдвоем на одного диаблика, если не играть типа не получая урона, можно было с легкостью завалить. В описании написано Age 1. Там, по-моему, написано просто Age of Dina. Ну, ребят, все давно знают, что я играю на втором Age. Ребят, на первом Age стримы я не знаю, когда были, уже миллион лет назад. Я не захожу туда, потому что там все время онлайн забитый. Блин, маленько, не путайте. Запомните, ребятки, я играю только на Age 2. Топ-2 в лидер и сабик. А в описании написано Age of Dina 2, да.
И, по-моему, в чате закреплено. Сервер Age of Dino 2. Скай, я сейчас во время играю с подругой Затена. Оу, капибара. Приятно слышать такие слова за моего любимого травоядного во времке. Уважение, честь, хвала. Знаете, на прошлом стриме за Сабу, когда мы дрались с Шантой, я подумала сделать последнюю вещь в этой стае. Так. Гровнуться, поскольку двое сабов откинулось. Влететь в нее, сломать Шанту и уйти в закат. А у вас будет сломана Шанта. Чувайка, стоишь. Нам пишут, что мы не туда идем, я хочу чекнуть. Куда мы не туда идем? Я знаю, куда на близы идти. Мы разве... Ну, а, так мы на близы все-таки пошли? Да, сначала на близы, да. Потом на упор. А, ну... А чё? Хорошо, ладно, я понял. Все, я за вами. За вами, ребят. Что-то Рекс слишком близко встал. Я тоже думал. Что-то это идем нормально вроде. Давайте его прогоним все-таки. Напишем сейчас. О, айфстрик. Не лезь подпасть, блин. Скай, через сколько ты будешь завершать стрим Грангрена? Через сколько? Ты меня уже укладываешь спать? Не знаю, часа через два. Типа без обид, но... Неприятно будет тут на дело торваться. Бан просто во всех... Все улетим. По моему мнению, лучшие в Рима. По моему мнению. Это 100%. Да. Акрыч? Это сзади. Ты уверен, что это Акрыч, а не Альба? Блин, я помню, играл за Акрокантозавра. Блин. И играл. Похоже. Я тогда еще только начал играть в игру. Я слышал в Тябае то, что Акро — это дикая имба, за которой всех валишь. Сразу зашел. Ага. Набегался на пляже. Вышел из игры. Стол зашел, и там три каких-то огромных динозавра. Они идут ко мне, я тогда не знал про таймер, сразу вышел, захожу и думаю такой, а где мой Акро? А куда он делся? Ты думал, просто выйдешь и это самое, да, он вместе с тобой выйдет. Да, ну, я тогда про таймер не знал. А, у меня тоже так было. Я также саб-гигу потерял. Ваня Сабик, это Максим пишет. Это Максим, он пишет. Сабик? Максим? Любимый трав? Бейпиозавр? На близах. Можешь нам чуть-чуть правее пройти? Ну, смотри, сейчас вниз есть идти. А, Макс, там окей, я тебя понял. Все, а, хорошо, а, понял. Нет. И через гольф можно выйти сразу. Но на гольфе могут сидеть разницы. Поэтому маленько левее возьмем и все. Я помню, на близах произошла тотальная битва. Я сначала встретил двух дилок, которые были в чате, а не в войсе. И они все время разговаривали. И я ждал момента, пока... Мы не в порт, мы... Времени. Ребята решили свернуть сначала на близы. Вот. И, короче... Когда одна из них начала писать чат, я на нее напал, и она ничего не успела сделать. Она на том же месте, где и сидела, потом погибла. Также я развалил вторую дилку. Она в угол один очень капец неприятный зашла. Ну, это да, правильно, разводить на крики. Кто-то совершает такие ошибки во время файта, блин, ну, переговариваться. Для этого и есть Дискорд, собственно. Ничего не справда. Кирюх, мы правильно идем, да, короче? Ну смотри, сделал уже переправу. Мы сейчас через гольф просто идем. Через озеро. Тут уже разговор был про то, что. Ну, он все прослушал, ну, как всегда. Это же Ванька. Также двух ют завалил.
Правда, одна Юта меня чуть не убила. В разбане отказано. Но ты знаешь, Шадоу, хотя бы, по крайней мере, тебе ответили. Хотя бы... Просто сейчас вот здесь перейдем. Хоть что-то, чем ничего. Я надеюсь, Шадоу все-таки тебя разбанят. Скайдай пати Ник Сильвер. Ну, смотри, если ты на сабе, только потом к нам не подходи, потому что у нас лимит. Сталкер, осторожно, еще шлепнешься на гипер. Скай, мы со своей бандой ждем тебя на близах. О, Андрюша, заинтриговал. Да, знаю, да, ноги ломался. Можно я так же сделаю, Кира? Сделай. Перед мордой не стоит? Я не удивлюсь, если сюда начнут приходить какие-нибудь дилки. Да, дилки фигня, собственно. Ну скажи. Если сам... Типа я тебя в кольцо возьму, даже такую ставлю рельсов. И очень плохо отыграть. Не получилось. Умереть. Кто кусал? Кто чё кусал? Кстати, а вы участвуете в Сейджевом голосовании? В голосовании Эйджа? А в как чё именно, не понял? А, меня... Джой, вы рядом идёте? Типа, изменят, например, реген Акра и сделают его менее отвратительным. А, ты про Path of Titans? Нет, про Зайл. Тайтанс еще же не добавили Акра. Я просто в нем фигово шарю, поэтому я, да, спросил Path of Titans. Но я видел, что-то там какое-то голосование было. Но я не участвовал. Там лапка, доплывешь. У Терезы поднимем... Давай минуту привал. Минуту привал, Кирилл, пожалуйста. Давай. Ну это Акрис за нами идет. Маленько не в ту сторону идет. One момент, ребят, вебочка на минуту выключится. Ну, то, что к нам я готов, пост, пойдем, я готов, я что? Готов. Сзади, я не готов. Неужели тот самый, который с самого начала с нами? Скорее всего. Я же говорю, люди нас просто, если попасть, если хотят, приходят не на тех. О, привет, Дэвил, привет, привет. Как раз хотел озвучить информацию по голосованию. Ну, Дэвил, собственно, все, что угодно можешь озвучивать на нашем стриме. Да. Собственно, чтобы чатик знал тоже, как бы да. Ага. Кстати, если что, я из Казахстана. Классно. А в каком городе? Не в столице? Столица. Астана? Не с Астаны? Я в Астане живу, но родился в Актобе. Но в Актобе меня тоже... Привет, родили. Гриша. В паспорте мое место рождения Атырау. Солидольчик, мы играем только на Эйджи. Я уже думал, ZHC сейчас переломается. А вот, собственно, Дэвил сейчас в чате, он вам сейчас все объяснит. Заходите на сервер Age of Dina, и там чекаете все. Там в новостях, то ли где, я не помню. Ой, блин. Я что-то прямо отстал от вас. Подождем тебя. Да не надо, не надо, я уже добегаю. Угу. Тебя подождать? Нормально. Гель, идите, идите.
ладно. Не-не-не-не-не-не-не, Катазавр. Мы идем сейчас на ВВ, а потом в порт. Ну как раз до переправы дойдем. Кай, еще будет стрим на сервере Мегалодон? 12 часов только. Ну ты знаешь, мне... я так понял, глава написал... Ну, вернее, он мне предлагал контент-мейкером стать, да, я так понимал, из его ответов. Но я этого не могу делать, потому что я контент-мейкер, блин, меркер. Age of Dina и... честно, Age of Dina мне ближе уже... Сколько я играю? Наверное, на Age года два, наверное. Этот проект мне ближе всех, уютнее, теплее, и на другой проект идти я точно не собираюсь. А на Мегалодоне, ну, стримчик можно провести, если туда Кира пойдет или еще кто-то. Либо если предложат рекламу, то да, конечно. Но это не запрещено. А проводить постоянные стримы на других сервах я... Нет, ребят, не собираюсь. Скай, у меня тоже есть свой канал. Капибара, я очень рад, но не надо пиариться в чате. Если вы хотите заказать рекламу, либо бесплатно пропиариться, пожалуйста, в наш Дискорд проходите. Там есть бесплатная рубрика «Пиар по одобрению». Можете там пропиариться. Как родной тебе Эйдж. Роднее не может быть, честно. Да, ребят, без саморекламы. Не надо этого делать. Я когда с нуля начинал, прям вот с нуля, я не ходил ни по чьим стримам, не говорил, что у меня есть свой YouTube-канал. Я также заказывал рекламу, и со временем просто начинаешь развиваться. Не надо ходить по стримам и говорить, подпишитесь. Кстати, на меня, у меня есть канал. Но это нехорошо. У меня в CSGO... есть наклейка, которая... Да мы на близы идем. Где-то 1000 рублей. Ух ты, то есть ты можешь продать? Давай здесь спустимся и правее уйдем. Так продай ее, сталкер, что ты? А зачем, она дорожает? А, даже так, ну тогда... Да, держи цены. Она стоила где-то 300 тенге, сейчас она стоит 4000 тенге. Стонгс. Кстати, сейчас будет рассылка по личным сообщениям в Дискорде на проекте. Прошу не вестись. Это мошенники, которые вытягивают деньги и закроют сервер. Спасибо, Дэвил, за предупреждение. Но я такой человек, который я не прохожу никогда по другим ссылкам. Тем более там еще за что-то платить надо, раз вытягивают деньги. Ну не, пускай еще дурака в другом месте. Опа, переправа. Да, гига. Соло гига. Отличка. Вероник, мы были на ВВ. У меня упало желудка, нет. Ну у нас там вон соло гига ходит. Мы уже в заливе почти, ребят. Вон, смотрите. Иди развлекайся. Вон там малый порт, а вон там близнецы. Надеюсь, тут аву найти. Да, все-таки надо вот свет с этой стороны как-то поставить, наверное, да, с этой стороны, чтобы мое лицо освещалось. Скай, ты что там отстаешь? Я бегу, я иду. Смотри, у нас тут на берегу. Я видел. Да, Дэвил. Спасибо. А что, драться хочет? Не хотите гигу, господа, тунеядцы? Я как бы не против был бы, хотя... Давай, сами. Давай. Ты если хочешь, а Кирилл, давай. Мы ее с Павлом видели? Видел, я видел. А, ну это как бы все. А она, может, здесь и стояла. 4 минуты.
Ну, целенаправленно я за ней бегать. Скай, ты прям видел, как она заспавнилась? Да. Ты видел то, что она стояла? Ну, я выключил ночное зрение, я видел, она вроде как сидела. Или надо было прям увидеть, как она прям падает с воздуха, да? Я не знаю, но тоже... Да, можно ночное зрение. Ну, правильно Кир говорит, бегать за ним я тоже не буду, пойдем. Захочет, придет, захочешь, нет. Да нафиг. Как бы если ты не увидел спавн через ночное зрение, то не докажешь, что. А, нет, Дэвил, цирочка не вышла еще во время. Сейчас я чекну дис. Нет, в стресс-тестерах пока ничего нету, никакой инфы, как бы. Смысл за ней бегать еще чуть. Ну, я думаю, ближайший стресс-тест уже прямо вот-вот-вот должны быть. Иди своей дорогой, сталкер. Блин, пропустил сообщение, уже оно улетело куда-то высоко, далеко. Блин, тут по поводу Ибримы, ладно. Наше местоположение выдают. Да, ребята уже там пишут там. Че-че? На заливе то, что мы уже. Мы на переправе, в смысле. Скай уже на заливе. В глобале пишешь, или? Да, это глобал почитать можно. Вероника, кстати, это пишет. Вероника пишет, скай уже на заливе. Я себе обещал туда не заходить, пока не выйдет сыра. О, Дэвил, я думаю, когда ты туда зайдешь, я думаю... Скорее всего, ты будешь уделять еще больше времени там. Я очень хочу и надеюсь, чтобы... Также... Онлайн Age of Dina в Риме начал подниматься. Очень этого хочу. Но игроки сами не хотят. Жалко, конечно. Я больше уверен, что 50% игроков Legacy даже не заходили в Эврима. Ну, конечно, можно понять то, что плохая оптимизация и все прочее. Можно понять то, что ты лежишь. Кто-то зашел так, почекал. Что ты нюхаешь. Опа, ладно, там у нас кто-то ждет. Рекс. Тем более. Сабик. Сабик, по-моему, да. Кстати, да, я тут вспомнил, что, сталкер, ты спрашивал про стримы в Риме? Да, ты спрашивал-то? Не, я спрашивал. А, ты Сашка спрашивал. Следующий стрим по файтам буду уделять на Age of Dina, потому что мы уже 150 миллионов раз отыграли на всех, блин... Диносов и сделали кучу всего, короче, будем пока файты, наверное, делать, я думаю. Тем более реплеев нету, да, вот с этим хреново. Я еще не играл. Где? Где не играл? В смысле? Может, все-таки за кого-то ты не играл? В Legacy ты имеешь в виду? В Legacy? Да. Ну, есть такие, да. Честно. Главное, чтобы были более-менее играбельны для файтов. Блин. Ты про Legacy правильно говоришь? Да вроде бы, по-моему... Нет, я на всех отыграл, да, вроде. Если по поводу стримов, то стримы не на всех были, да. А так, играл на всех. Блин, ну, конечно, за Акро не очень будет стримы делать. Четвертый экран, 3 часа. Ну, реплеи Devil как Punch тогда мне ответил, я в каком-то ролике новостей говорил, что реплеи будут, а они, по-моему, не соврать к 8-му обновлению, что ли. Вот без них хреново, да, конечно. Либо ты знаешь делать полукос-сервер с незначительными правилами. Слушайте, а кто помнит ивент? Ну как, опять же, вот реплеев нет, опять же все стыкуется в эти реплеи, блин. Давайте какой-нибудь... Как-нибудь стрим зав сделаем. Ты на сурф идешь играть? На какой сурф, Шаду? Куда я сейчас пойду играть? Я на Эйдже втором играю. Куда идти? На какой сурф? Тогда надо встречать. Ну не обязательно же, чтобы файтиться. Может, он переплывает. Хлебом да солью? Не, ну он как бы... Да пофиг на него. Поплыли. Идет, поэтому, да,
А, Гига все-таки решила, она услышала нас, окей. Она хочет файта. Ну, согласен, Дэвил, согласен с тобой, да. Я за Савов ни разу не сражался против Гига. Либо ты знаешь, это надо админу прям 24/7, там админом сидеть на сервере, как на том же Туфул. Там запрещен каннибализм. Вот. И там вроде бы как-то админы смотрят за этим. Тут может быть столько динозов, что ты вообще не хочешь. Я понял тебя, Дэвил, окей. Знаете, я бы хотел представить, как фул стадо. А вот то, что неправильно вопрос ты создал, да, это точно. Со всем тарантиром, со всеми терками. Привет, Настя, привет, привет, прости, не заметил. У нас был один стрим, когда мы на травах переплывали все вместе. Я была на пахиче, и мы поняли, что пахич немножко не доплывает. Я помню. Я умерла прям рядом с берегом. Мне чуть-чуть не хватило. Проклятый, я не услышал. Ты ответил на мой вопрос про дилофазавра. То, что будет в 7-м обновлении, да, я же сказал. Еще в начале стрима я это отвечал на этот вопрос был. Мы уже знаем. На Исландере я вообще не играю, потому что у меня там пинг. Я не могу там играть просто. Там, конечно, хороший онлайн и прочее, но, блин. Нет. Блин, было прикольно, если добавили разные межвиды в титанах. Блин, 3-4 утра тут только. Одни виды могут с собой быть вместе. Хотелось бы там увидеть двух спиночей и трех зухичей. Мобильная спецгруппа подводные уничтожители. А тут что-то по лимитам, я, если не ошибаюсь, два саба могут быть, два Альберта, да, что-то такое. Два сабрекса. Да. А два спиноча, они, по-моему, ни с кем, да? С бариком. А, с бариками, да. Точно. Три барика. Забыл, да. Привет, мемность. Да заскакивай, сервер Age of Dino 2. Мы почти на близах, короче, где-то там, да. Пака — это мексиканская закуска. А то она и закуска. Что у вас тут было? Така. Вкусно. Вы что-то ели? Я тоже хочу. Ну, кстати, така, да, пожрать бы чужо. А вон Гига не будет приплывать. Не, пошла она переплывать, пошла. Чё, мы... Будем встречать хлебом да зубами. Ты, Кирилл, все-таки что, Гигу хочешь? Я не против. А, она на бережку ходит. Кричит. Такие нападают. Изрыгается. Спасибо, Оливешечка. Спасибо тебе за инфу. Да, я прочекаю все. Я, короче, это... Новости воскресенья. Насыщенный ролик. Как обычно. Не пропустите. Есть какая инфа интересная, пишите. Обязательно вставлю. Капец. Лигу ждем. Окей. Бедную Аву. Или как завалили? А мы Аву едим. Гига переплывает. У вас файт с Авой. Ребзи, подтягивайтесь. Сейчас смотри, ей жопой вводит. Она, по-моему, с 2-3 укусов, да, нас? 3 укуса вроде бы. Ну, смотрите, можно, не надо, можно день, пожалуйста, кто-нибудь включите. Там вторая гига. Ну, сори, она уже как бы это. Там еще гига идет. Она могла быть с ней в файте, ой, в пати, но хотя она не близко нифига. Вы сюда, быстрее идите, пока вторая. Здесь. Ну, надо ее дергать. Третья гига! Тэпайтесь, Катазавр, лучше, наверное, на близнецы, мы скоро придем. У нас пока файт с гигой, ну блин. Мы не уверены. Либо на яме смерти выходите на залив, ребят. Мы через нее только в левый хитбокс заходить. Блин. Один из нас здесь. Аля, побежала!
Спринт сброшен. Рубик. Давай, Immortal, не кусай ее. Хорош. Влево, сколько, сколько у тебя? Я мертв, я мертв. Это ГГ. Отходите отсюда. У меня третий, ну, то, что третий там блин, еще две четвертый эк. Блин, я ну все, мы трупы, короче. Все, уходим. Ага, с блидом, ребятам. Да, я уйду. Сколько у тебя, сталкер? У меня 10 блида. 8-4 лежа. Давай я их отдерну, отходи, попробуй. Как я отдерну? Я их отдерну, а ты отходи. Она за мной идет. Да я вижу. Все, отходит. Блин, ну у нее есть укусы, но для. Ну, с ее регеном. Для нее это мало. Удачного файта, спасибо. Вы не трупы, мы не трупы. Она чисто будет меня догонять, чтобы я не сидел. Да еще 2 гиги подключились. Ну, типа она была бы одна, можно было бы подключить. Так еще 2 гиги, видишь. А 3 гиги же, они далеко были. Они я ни хрена не вижу, были. Когда день будет уже. Они же не могут сейчас играть. Да, спайт еще не начался на тот момент, я поэтому говорю. На каком Диносе я больше играю, мемности? Да я на всех по-разному играю. Больше, меньше, у меня, ну я не знаю, нет такого. Больше, ну если в Legacy ты говоришь, давай будем иметь в виду Legacy, то, наверное, Сабрекс, Церка, Трайк, Зуха. Вот, а вы в Риме на всех одинаково. Она возвращается. Отгоняйте, отгоняйте, блин. Мне сейчас будет приходить. Жизнь, а то она на меня идет. Я вижу. Давай, стой. Вы где там? Для меня любой шаг. Я 6-4 бы, да. Мне бы в лес по-хорошему убежать. Вообще да. А где 2 гиги, блин? Где остальные? А, они... Ну они же не могут участвовать в фейте. Могут. Не я отлетел. Они успели. Все, ты все... О, блин. Вытек. Ладно, я опечаливаюсь, у меня второй есть саб. Убегите просто. Кир, что у тебя? Ну, я пытаюсь уйти, но побуду очень много. Короче, все, отваливаем. Вы... Вас остальные гиги трогают? Они идут, они просто идут. Короче, все, кидаем их. Нафиг. Да не, Макс, я что-то не уверен. Immortal отлетает. Сиди. Понятно. Ну что, второго сабика юзаю. Я сразу ТП сделаю на порт. Скай, можно пати Яджу в тире ник 1. Много знаков вопроса. Давай посмотрим. Один и много знаков вопроса. Отлетает. Почему? Плохо. Почему ты не встанешь? Четвертый. Уф. 5-4 беда. Сиди, короче. Назовите мне 5-й экран, который у меня сейчас был. Главное меню. Правильно. Да все уже, Шадо. Уже файт окончен. Да, меня ждите. Вот подставился. Тебе тогда на яму смерти тэпнуться лучше. У меня сразу на у ямы смерти. Я ничего не потратил, ни копейки. Вы гиг видите вообще? Они трупы едят. Все, у нас расход, походу.
по идее, если бы они легли, было бы прекраснее. Я бы тогда выжил. А так хз. Ну они что-то там мурчат, может они и в глобале что пишут, я не знаю. Но я глобал не читаю. Хотите минутку интересных, но занудных фактов? Давай. Один голос есть. Пять фатал ошибка. Суеверия могут только переустанавливать. Например, приметы по типу поведения зверей и на погоду — это не суеверия, а научно обоснованные факты. А вот, например, по типу, если у нас на пол упадет ложка, придет мужчина, а если вилка, то женщина, то это уже невозможно предугадать. И это уже является приметой. Или пословицей, или суеверием. Согласен. Плюсую, Гель. Естественно. Хорошо, лапка. Давай, попей, возвращайся. Различие между... Я никого не жду. Я просто гости такие страсти. Да, файт окончен, Кира, не люблю. Ну, типа, если бы геи хотели бы нас дожрать, уже бы дожрали. Я думаю, да. Я на серваке. Конечно, удобна эта фишка в Path of Titans. Можно бросить пати приглашение и наоборот запрос произойдет. Да. Да-да, Вить, что случилось? Что? Насчет покупки Path of Titans. Потому что как бы там нету региона Казахстана. И я думала, что какая-то беда может произойти, если типа через Россию куплю. И может что-то произойдет. А, то есть какая-то непредвиденная ошибка, и ты просто не получишь ее, да? Фух. Обожаю этот крик Гиги. Ой, господи. Тут орут кто-то. Ну, Shadow, ты понимаешь, что их там три? Услышали звуки хищника? Shadow пишет Immortal, слышишь? Чего? Что надо было в кончик хвоста Гигу кусать, 23 укуса. Я говорю, ну как бы там их три, ну... Там мы поторопились и неправильно сыграли, я знаю. Ой, неправильно, okay. Это точно. По мне еще причем два укуса. Убей Гига, чё кого убить-то? Нас? Они уже не имеют права вступать в бой. На четвертом самый большой, как я понимаю. С нами. Потому что третий экран... Ой, Рексик маленький. И после второго укуса Гига, потом с одного укуса, да, третий экран. А ты кто, малыш? Ты кто? Немножечко странновато. Здрасте. Они идут сюда. Эти трое идут. Они сюда. К вам идут? Ну, да. Потому что надо было вам удержать сейчас. А вы ко мне подходите. Так они же не имеют права вроде сейчас файтиться после нашего файта с нами. Я тут они мимо, да. Джувика. Эти ребята знают толк правилам. Они позже давно бы зажирали. А Шинобу. Я тут нашел вот это, труп. Джувика Рекса. Шиноба, напиши ник мне. Я же могу отойти от него? Или опять фатал. Я им владею, да. Должен с ним сидеть. С математикой, Лен, у тебя отлично. От трупов могут отходить только первый тир. Когда отсидели. Нет. 10 минут после последнего раза, когда они поели. Все остальные съедают трупы до костей. Плит я скинул. Хорошо. Жжж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 
ситуацию. Я чувствую мою укусик. Даже от Юта Раптора. Я играл с Гигой. Пойдем в мал, пойдем в малый порт. Там вода, там может будет еда. У всех все плохо. А у меня все отлично, не считая того, что у меня слит один сам. Кстати, может кто желает стегича? Я открывал кейс, ну как кейс, испытание на удачу. Мне выпал стегич. Кому это нужен? Просто мне, он как бы и мощный.
Ну, на мой вкус как там. Кидай мне 14.08. Че? 14.08. Стой, 5 цифр, или у тебя 4? Да, 4, 14.08. А, ты поэтому по таймингу садишься. Ну, там сабики. Давай. Или сабик. Не понимаю. А, это подписчицы. Ну, блин. Как бы у нас лимит, да. Пускай в стране держится. Да, еще раз напомни. 14.08. Да, пятое число уж не сказал. Не-не-не, сабы, так не надо подходить близко. А чё, сабик, это уже нарушение будет. У нас лимит, ребят, не подходите, пожалуйста. У нас лимит. Но они сейчас отойдут. Я отправил на 4. Если у тебя сервера не появляются, Шинобу, спасибо. То, пожалуйста, по коннекту присоединись. А, да, ладно, хорошо, ладно, если что, я его перекину потом. На второй. Это... Как его? По коннекту, в плейлист гайд у меня есть, там есть гайд, как это, да, все сделать. Сами знаете. Ава. Самик. Роксятина мертвая, маленькая. Да, я видел, я съел ее. Кирилл, жутко голодаешь, иди. Аву, идите. Кирилл, иди сюда, у меня Ава. Да, подождите, я сейчас тик-так просну. Иди сюда. У меня Ава. Кто хочет, прям голову. Ну ладно. Скай, это мы. Хорошо, ладно. Ну, так близко не надо, ребят. Если хотите где-то с нами походить, держитесь, вот как Вероника сейчас, в настоящий момент. Потому что реально сейчас будет предупреждение, и нам будет это. Предупреждение, бан, все прочее. Это называется... Сидеть только на ютерапторах. Так, австрогерочка, отлично. Блин. Это твой труп? А как так-то? Нажал. Вот и молодец. От жажды. Эх, печально. Макс меня слишком напрягают, которые рядом с ним. А у нас не перелимит? Вроде вдалеке держится. Вероника? Угу. Нет, она возле Вероники ходит. Не, в смысле, у нас... Гигочка Джуф? У нас чего в пати 6 вот самых. В воде стоит. Не понимаю. Да, Джуф, но я, по-моему, соспавнился столько. Задачка вот. Это мясо нужно. Мясо. Опа. Нужно, вон, смотри, там. Вон, Рекс. Ой-ой-ой. Ух ты. Больная тема с его хитбоксом. Вероника подальше. Ай, блин, она. Мне кажется, знаю, кто это идет. Мы почти в малом порту. А, это ты, Макс? Да, да, да. Будешь файтиться? Давай. Да, мне вообще не приближаться к нам. Че, он на нас идет? Да. Че, деремся? Слушайте, а у нас да. Сколько время уже? Ну, типа я на один. Почти 8. У меня уже 11 часов ночи. Ух я. Может, попробуем его обойти? Я пойду съем Аву. А, он вообще мир. А, он так и написал, да? Головой мотает.
Да не верю я таким мир. Пускай садится на попу и сидит. Вот тогда мир. Блин, Лина отстала. А, она ест. Что? Я ау пошла съела. Угу. Еще жрачка. А, это австрик, зараза, сидел. А, крупная жрачка стоит. Нет, это не который около птичника, это который возле малого порта, вон там. Это возле близнецов, ребят. Нет. Блин, Рекс, вношу с... А, ладно. Слишком я уже начинаю на всех подозревать. Вроде фул. Так, лапка, тебя убили? Держи. А кто знает лимит пати дибриков? Блин, я не помню. Можно было бы 6 или 5. Стрим стада фул за дибликов. Чисто диблики? Да, чисто деблики. Крушители тира. Один деблик соляный, если он прям капец мега про, может и гигу и рекса завалить. Правда, спиноч это уже заноза в заднице. Большая такая, увесистая. Ага. Чего не хотите, агрессивный, ребят, крик. С адолтом, а? Не-не-не. А чё? То, что мы вот так вот ходим, у нас перелимит сейчас будет и все. У нас уже перелимит стоит. То, что мы даже... Давай, просто давай, давай, хватит с ним. Рекса убить хочешь, Скай? Давайте, что делать? Не жрать хочется и, блин... У нас слишком много. Мы по-другому не прокормимся. Вы можете меня убить? Да, сейчас. Да сейчас, Лин, ты что, обалдел? Сейчас, конечно. Я спать собираюсь, иди. Никаких. Какой спать? Скай, да у меня уже 12, мне спать надо. Там еще долго. Идем убивать Рекса. Суицид для меня что-то нормально. О, на спринт все. Ах, помню, еще раз. Нет, так бились. Нет, легким путем. Или легким путем? Иммортал, Иммортал, зайди с стороны. ZHC. Я пошла спать как раз. А так попытайте его развернуть для потихоньку. Меня. Блин. У меня тик, походу, скинулся. ZHC mm-hmm. в стороне, которую нам нужна. Вот. Тоже про лакс. Однако его не твой сет. Скай, попытайся его развернуть. Все, подождите, ребятки, вот. Еще. Давайте я дамажу мои. Сильно не лезьте сейчас. Ноль внимания. Будешь ждать ошибки. Он будет сидеть. Блин. Сейчас еще раз попробовать и проверить. Ну, видишь, даже не байтится. Сейчас там по-другому придется. Там ну, прям а в наглую придется. Хорошо. Придется принимать радикальные меры. Ваня, это тик тот же самый. Вот про это игра. Ладно, давайте я спать. В смысле, спать собиралась я пойти. Извини, роль спина занята. Я первый сдох. Ой, блин, ой, блин, как я вышел-то. А, то есть не идти помирать, чтобы пойти поспать. Гениальная идея. Я отхожу, отхожу, я отхожу, 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 отхожу. Хороший я ему дал. Укусов 7, наверное. Нормально. Я там фатал чуть не сделал. Блин, я в морду вышел, прикинь. Еще бы миллиметр, и я труп. Сталкер, спасибо за такое пожертвование, но ты был хорош. Ты его развел хотя бы.
Хотя бы это. Хотя бы 7 укусов. Спасибо. Сейчас, погодите. Я сам же не веду спать. Я могу вам, так сказать, навигатором быть. Сильно не рискуйте быть. Так. Он догоняется со спринта, если близко сейчас. Подходит. Угу. Я разводить буду. Вам разные. Только не сливайся, я пожалуйста. Разводить, только не сливайся. Окей. Это не буду. Первый сервер проснулся, я сейчас не буду в плане. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, минус еще один, походу. Беги-беги, Рубик. Красавчик. Вам 21 укус Рекс нужно сделать, чтобы смертельный блин должен. Ну, пошел поплавать. Ну, если он багает, я тоже буду багать. В смысле, как он багает? На воду багает. Он в воду пошел поплавать. А. Лапочка, я, по-моему, только что тебе пати скинул. Только на сабике сильно не помогаешь. Я где-то раз 7 его куснул. Не, ну а нормально ему плохо. Он еще побегал нормально так. Дергайте его. Че, выдергивать? Собиралась понюхать. Только не мордой в морду. Я в курсе. Ему очень плохо, по-моему. Вам, вам как минимум подожди, еще 13 укусов, чтобы... Ваш экран второй. Вам еще как минимум 13 укусов нужно, чтобы его убить, если еще кто-то не накидал. Блин, ну как бы 30, 21 укус, это как бы... Алик тебя убил. 8 укусов, это еще 9 останется, чтобы... Блин, ну жестко, конечно. Опасный мув будет. Он давай, сейчас давай. Он больше не дергаться. Смотри, не будет. Какой он не будет, походу, больше улетать. Я просто рядом с ним круг не наворачиваю. Он не особенно очень молодик. Я так понимаю, пополнение старших администраторов произошло? А я не знаю. Сервятник тут появился. Кто-то. Сервятник? Мне кажется, он давно был. Я точно не знаю. Я просто давно особо не проверял этот исход. Встаньте все с той стороны. Стой. Борьба, да. Чтоб он больше фокуса на вас был. Он так встал прям, что именно с той стороны надо будет летать. Слушайте, задам вам вопрос. А вам нравится комьюнити Бистов Бермуда, Тапкина? Тапкин как бы... Так, сталкер, тихо, сталкер. Про других стримеров не говорим. У всех хорошая комьюнити, все. Про других стримеров не надо говорить, ребят. Не, не смысл про стримера, про... Ну, сталкер, давай не будем. Когда на тебя хорош, было, хорош, хорош, хорош. Хорош. Беги, хорошо, беги, 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 беги. Да, вот еще закинул. Ну, летишь, он... А, вот раз. Он багает, ага. Ладно, давайте пока. Давай, сталкер, спасибо тебе большое. Спасибо вам за игру. Смотри, сейчас встать. Спасибо за общение, хорошо. Ты есть в нашем войсе закрытом, слушай, сталкер? В этом? Нет, для олдов. Нет. Меня просто пригласили в этот а, войс. Хорошо, я тебя добавлю после стрима в закрытый. Рекс Габелла, понятно, Дер. Что-то себе добавляет, типа... Ты быстрее становишься в воде. А как это он делает, я не понимаю. Я потом могу показать. Вывязать это спасибо. Нельзя. Показывать не надо, просто объясни. Просто типа спринт какой-то и это. Да. Че башкой трясешь? Привет, Динофан. Спринт поди. Привет. Привет. Модеры? Модеры есть, они просто смотрят. Типа это вообще сквозь серверов пошло. Потому что это преимущество над игроками. Хорош. Хорош. У него сэвина, походу. Да. У него там, может, капелька какая-то, прям, знаешь. Чисто в запасе. Ага. Ну, из-за того, что он еще в воде багал, это тоже нормально стоит. Но ему плохо уже. Думаешь, вытечет? Не то, чтобы вытечет, но... Он же на месте стоит. У него регенерирует. Смотри, он, типа, на меня плевать.
Ему на меня плевать, хоть я к нему близко подхожу, ну типа не для атаки, я просто хожу. Он на меня не идет. А если бы... А лимит у нас Сабик еще один, в принципе, уже лезет. Если кто-то хочет там, Вероника вот может к нам прийти. Вероника с нами в пати, может с нами. У нас отошел, ну ушел человек. Ну, тебя услышали. Ну, плохо слышит. Ну, еще стама есть. Хорош, запас держит. На сталкер ушел, может один это. Оливьешечка, можешь стать модером? А как давно ты на канале? Так сидеть в воде, блин. Ну, хоть какое-то преимущество для себя берет. А вот меня больше бесит, когда люди так играют против юток и дилок, вот это да. Пробеги, Ванька, сейчас в ту сторону. На них. Видел. Нормально попал? Да. Ой, Рубик, молочек. Блин, да ладно. И мясо в воде, на офигеть. Пошли, у нас садик есть. Да. Блин. Нет, мы его просто так убили. Рубикову, да, в концовке. За хвост накусалось, все это на дно пошел. Жалко, труп нельзя подтащить. Такой взял, зацепился пятью сабками и вытащил. А все, спать нельзя идти, спать нельзя идти. Мы еще не... Добро пожаловать, сталкер. Скай, можно пати Катазавр? Можно, сейчас дам. Модерам не платят. Модер модерирует чат. Ну, модераторам я не плачу. Это просто ребята на своей инициативе сами, которым нравится поддерживать канал, которые заходят на стрим, поддерживать атмосферу стрима. Вот, да. Как бы. Все, Костя, мы же не можем. Давай отсидим. Ладно, можем, кстати, спасибо, Геленька. Спасибо. Я тебя жду, если еще в среду на Age of Dino во время пофайтиться. Что-нибудь придумаем. Хорошо. Окей. Ладно, удачи. Давай, Гель. Пока. Давай, хороших выходных тебе. Сейчас на бублик пойдем. Окей, попить. Сейчас у меня потекло. Скините. Там еще ютка, блин. Давай еще ютка, напади на нас. Было бы их много. Все, пойдем. Скай, это был Макс. Ну, Макс все равно молодец, ладно. Ну, видишь, сильно Рекса боялись. Все равно, даже те ребята, которые файтились, либо проигрывают в файтах, я все равно жму руку за участие. Спасибо. Скай, есть место для Адолта? Нет, Селевер, прости, у нас сабики. Саба, да, сейчас? Веронику я взял, Веронику добавил. А, ну по идее нам еще один саб лезет. Еще один, да, в легкую. Адолты к нам не лезут, ребят. У нас сабики, у нас только сабики. Я тут три админа аж сидят. Да? Сани нету? Не. Слился, зараза. Да, сори, Селевер. На герочках только, ребят, на герках. Пить а очень, пить очень хочу я. Ну да. Сейчас на бублике отопьемся и можно на бублике умирать. Как раз там все соберемся хоть по-нормальному. Джувики мы можешь, да, на джувики ты можешь прийти. Так, ну у нас 5 салов. Нормально. Ну, во-первых, модером человек должен быть, чтобы стать модером. Я уже давно модеров никого не добавлял. Вообще, как бы, ну, знать правила, это понятно, ладно. А так еще что? Адекватность и давно сидеть на канале. Ну, хотя бы 2 месяцев, хотя бы.
не пропускать стримы. Милочка была в чате, а сейчас я не вижу, где она. Просто тут еще файты были, я в чат редко смотрел, сори. Да. Чего у всех привычка такая? На Алике? Ну, если ты не будешь под наши зубки подпадать, хорошо, не будем трогать. А чё, мы Васи-то вдвоём, да, остались? Да! Как в старые добрые времена. О, всё понятно. Педалы. Хочу фотку сделать. Чтобы все влезли в кадр. Влезьте все в кадр. Фото, фото, фото. Не, я сейчас все в кадр влезут. Здесь фотосессия запрещена камеру. Да. Шадоу, кстати, Шадоу, а ты не был ли модером? Держи, модерку получаешь. Я тут был закарно, меня Галик убил. Галик убил. А то мы слишком долго на одном месте. Все, гуд. Все. А теперь линяем отсюда. Наследили много, да? Кто не успел встать и убежать, не наши проблемы, как говорится. Как же тебя Галик убил на Карначе, нифига себе. Аккаунт Google, мы подходим на близы. Как групп чего закрыть? Ты имеешь в виду вот это? Через таб. Я Алла, ник Максютка. Ну прости, я тебя не могу добавить. Так оно, ну, это не работает. Я у Джовика Гиги еду забрал, отжал. Место на сабике, Шинобу, да, что, есть. На первый, на второй? Пойдем на первый. К нам же сабик еще один лезет, да? Вроде, да. Раз, два, три, четыре, пять, нет. А кто пятый? Вот, Варилота. А, понял. Сори, ребят, сабики не лезут уже. Он, кстати, не фоллоу саб. Угу. Ну, все равно же саб. Спасибо, Гриша. Давай, пока, удачки. Это спасибо, что был на стримчике. Пока, лапка. Гиги. Пока. Я пошел. Гиги слышал? Да, Гиги. Те самые Гиги? Возможно, те самые. Принял, понял. И где-то снизу нас. Ага. Поэтому улыбаемся и машем отсюда. Как я сделал старые иконки воды, голода и жажды? А, ну все, я уж все назвал, да. Это делается очень легко, ребят. Через OpenIDNAS. Есть такой Discord. OpenIDNAS. Вступите в наш Discord, там ссылочка, там рубрика есть. OpenIDNAS, так называется. И там найдете много чего. Также подписывайтесь на канал Юры Ван Лорена. Там множество интересных роликов про скины и прочее. Короче, круто. Вот, да. Эх, давай стопать и топать мне. Все, ну, я думаю, что мы на близах сейчас надолго задержимся, и, наверное, до конца, я думаю. Поэтому тебе проще сделать деактивацию и зайти. Или ты уже уходишь?
Привет, Настенька. Каникулы опять? Только с каникул на каникулы? Блин, прикольно. Короче, алики. Ага. А в воде... В воде алика, короче, этого карта прессует. Алика? Угу. Я знаю, кто на алике. Он просил, пожалуйста, не трогайте меня, но попал под чужие зубки. Я не знаю, там кто-то пишет, Shadow написал, типа, пока. Все, давай, привал. Все, привал, давай, Кир. Давай только... Давай, давай, растянулись. Чей-то большой каркас. Эх, опять ждать 6 минут, блин, ну... Ребята, сори. Первый раз буду сидеть за всю игру нашу. А я так и не наелся, чтоб ты знал. Ну, чтоб ты понимал, 86% только. Чисто чайки летели. А чё Алик пошел помогать тому Алику, хотя у них уже файс, короче. Интересно. А чё ты привал? Shadow, не надо ругать себя такими плохими словами. Удали, пожалуйста. Когда стрим по Евриме? Ди. Чагер. Следующий стрим у нас будет по Еврима в следующую среду. Может быть раньше, я не знаю. Если сейчас стресс-тесты начнутся, то будут стримы по стресс-тестам. А так на среду бои на Эдшев Дина. Да. Я живу в Подольске за городом. Подольск? Это где-то рядом с Москвой, значит, это где-то рядом со мной. Пойдем. Это, кстати, пишут, это комары каркас был. Ага. Вот сейчас сожрали, которую. Я думал, ну там больше. Угу. Сейчас покормим, сейчас там ботов будет много, ребят. Ботов будет много. Вон Ава сзади, блин, мелкие жрать хотят, ну пофиг. Ладно, пойдем сейчас, может быть, там набьем ботов. Или боты. Вероника отгоняется. Или боты нас? Ну, смотря, есть там боты. Скапа, а я же тебя добавлял только что. Кусты так просмотрите, это в каком тректе богиня улетит. Это самый смертельный проход здесь, кстати. Для людей, у кого есть эти самые те штуки, да. Да, капибара, мы уже на близок. Фул крысы сидеть и все. На крыске. Люди сами к тебе приходят. Ну, здесь два рекса вроде бы сидят. Два фулрекса? Да. Плохое предчувствие у меня уже. На пляже кто-то есть. А, нет. Один фулрекс, вроде бы. Там с сабиками. Без жил. Я слышал травика. Травика? Где-то на той стороне. Аккаунт. Где ты лежишь? Чё, травиков поищем или с рексами? Ну, давай пройдем вокруг озера, я не знаю, где ты там. Слышал, травиков. Если будут травики, тогда травиков, если нет, тогда рексы.
Что там случилось, Динофан, в чате? Рекс полный с трупом сидит. Я не могу из-за брата, ему 26, и мне нужно что-то суперское сделать, чтобы вернуться в Legacy. А что тебе брат не дает в компьютер играть? Или что? Жестокий какой брат. Младшей сестре не давать компьютер. Блин. Вы идете, нет? Идем, идем, да, нормально. Здрасте. Блин, серьезно? Чё? Кэш припал. Я слышал Анкила? Да. Хотел сказать Стега. Еще хвостом машет, прикинь. Ух ты какой. Ты кукуй, а? А, это ты отдал, окей, я понял. У вас там файт с кем-то был, я вижу, смотрю, там труп валяется чей-то. Скай, Наталья флудила типа ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну флудить не надо, конечно, это нехорошо. Он мелкий, да, совсем, ё-моё. А, я про это же. Типа, смысл это. Не. У меня идея. Чего у тебя? Идея. Какая? Там Рекс с трупами, пойдем отожмем. Я не хочу их отжимать, я хочу их навалять как минимум. А кто тебе сказал, что эти Рексы встанут и отдадут труп? Ну, просто там сад и отдал. Ну и да. Вероника потерялась, вышла что ли? Может, да мы маленьких не трогаем, мы не едим их, ребят. Ну, одного у нас выбило. Там, кстати, плавали такие. У нас трое, кстати, осталось. Так что, может быть, файт с этими рексами. Пойдем, Аликов. Как твои планы быстро изменились. Они сейчас убегут. Писали, не убивайте только. Нет, ну там подписчик писал, что он один вроде как Алик, но тут два явно, это не они, наверное. Они сейчас легнут. Ну конечно. Пойдем Рекса уже. Че вы? Оспаливаешь? Я на Аликов. Вы там что ли? Ну. А ты Аликов? Да, я пошел на Аликов. Блин, ладно, все, короче, стопэ, все, стопэ, тормози. Да мы бегать за ними будем. Тормози, да, все, ладно. Сразу. Пойдем Рексу, короче. А, он мелкий. Тут один надол. Ты че? Это даже не сап. Или сап, но только испеченный. Новый испеченный, блин. И? И че, отдал? Сап, по-моему, отходит. А, у него блит. А, ну тогда кушайте. Ну, мясо кушайте тогда. Все, спасибо. Благодарим, окей. Да, спасибо за лайки, не забывайте. Скай не убивает двух аликов. Все, 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 не обои. Теперь будем с этим трупом. Да ладно, что тут дилка, сейчас мы ее съедим по-бырому. Там предлагает Фрог то, что он может зайти на трайки и пофайтиться с нами. На трайки он хочет зайти? Угу. Пускай заходит. Я бы лучше бы с Алексами подрался, чем с Тайком. Начал сап сел. Скай пристановил игру, у меня все равно фатал, ошибка. Ну, Шинобу, блин. Слушай, Кирилл,
сможешь помочь? Короче, Шинобу пишет, у нее в Legacy постоянно фатал ошибка. Я ей посоветовал переустановить игру, посоветовал проверить целостность файлов, драйвера, вся прочая вот эта фигня. У нее все равно фатал эррор. Че посоветуешь? Проверить комп на вирусы. Может, вирус какой-нибудь. Из-за этого игра не пускает. Либо файлы какие-нибудь удалены. Короче, надо проверять себе комп на вирусы. У нас тут такая вот проблемка. У нас один отошел на 5 минут, и у нас сап левый сидит с нами. Который с адолтом посетил. По идее, это уже нарушение идет. Ну, по идее, да, он должен отойти. А, понял. А, на выход садился. Чего? Ты видел? А, он перезаходил, видать. А, просто перезашел? Так быстро? Я админ какой-нибудь. Саши нету? Нет, Саши нету. Не знаю. Ладно, окей. Скай, пригласи в группу А44. Напиши ник. Кто? Кто пишет? Кто пишет, Скай, можно я с вами пойду в локале? У меня ничего нету. Пускай идет с нами, что, давай берем его. Добавишь? Ну, суть в том, что это нарушение, по идее, мы не только отжали. Они сейчас рядом с нами сидят. Давай отгоним. Вообще пофиг. Прости, это твой ник? 891? Серьезно? Нифига себе. Класс. Ети... Уф. Доедает труп. Уф. Можем хавать их. Просто гасите бог. Да, сори, мы не хотели. Ник скапа. Ну фуловый бы тоже бы отошел бы, чё. Скай, брат, очень хороший, он не дает мне снизиться с 4 и 5, но это оценки. Молодец, молодец. Молодец. Помогает тебе с учебой, да? Да все нормально в чате, ребят. Котозавр. Короче, сидим с трупом, а ты там сообщаешься. Привет, Хироме, привет. Я, как всегда, удивляюсь людям. Чего, написали тебе, почему ты убил этого саба? Угу. Ну, у нас этого сайбега нет. Прикинь, у меня реально вирусы. Йоху, шик, просто поиграл. Вот видишь, Шинобу. Ой, как всегда, это. Удивляюсь, удивительно. Там, кстати, два адолта и лук. Уф.
Ну, типа, если бы я это не сделал, админам бы увидели бы, а они 100% этого бы увидели. Ну, по идее, бы нам бы тоже бы бан дали бы. Прав. Привет, Херомички, привет. Кричали, он не отошел, они предпочли лежать дальше. Я его и сожрал. Правда, сидеть теперь с ним, блин. Да. Если адолты сейчас оспаривать будут, будем с адолтами драться. Даже пофиг, если их двое. Но они, по-моему, всегда для этого не едят. Они 100% по нашу душу. Хотя... А может быть и по душу того адолта. А, того Рекса. А 44, мы на близнецах, на втором близнеце мы сидим. Писать что-то еще. Мы, по идее, вообще после оспаривания могли его сожрать. Я просто такое уже у людей здесь повидал. Где люди, короче... дерутся так же. Привет, лайк на комаре. Ну давай заходи, приходи, пофигу. Слушай, пойдем комару, не хочешь потом комару? Комару? На сабик? Да. Ну вот трайки еще. Комару это такое себе удовольствие. У меня труп забуговался, я не могу есть. Это просто морда моя мешает. Вот так попробуй. Отдай, отдай, отдай. Да, видишь то, что герерка там еще стоит. Я забаговался. Сяну. Давай, Шинобу, я тебе прямо от души желаю, чтобы решила проблемочку. Напиши потом. Быстрее его еще сожрать. О. Только что мог. А, всего лишь надо было вздернуть камеру. Прям вздернуть? Да. Передернуть. Ой, ты какой. Кама так и хочет, да, с нами подраться? Это что, кто-то из подписчиков? Да. Пускай идет, оспаривает. Что-что, Хироми, со сном весь вечер дерусь. На Event Age в Титана хочу, потому что... Понятно, Хироми, понятно. Кому вообще... Крепкого чая можно выпить, чтобы со сном бороться. Да, нас просто перетопчет. У нас бреда-то нету. А, ну комар плохая, конечно, кстати. Типа был бы один Рекс, Гига, пофиг даже тот же Акрич. Потому что нас и так трое. А с Камой. Ну типа были бы мы даже в две в одну Гигу, я бы пошел на Каму. Mm-hmm. А так на сабиках смысла нет. Модер может бан. А модер модератору, в принципе, может выдавать предупреждение также, если. Вот. А бан нет. С модераторов я снимаю просто модерку, а потом уже согласно правилам. Если кто-то нарушает, то уже все, да. Скай чуть не забыл, когда будет стрим. На Карычах, на Ю-3, на Норвес, где 3К. Ой, не знаю, Настенька. Чё Кирилл, я прослушал? Ну, два Рекса шли, по-моему, там у Рекса уже это... Всё. Вылезли люлей. А? О, Кара. Алё. Наспорь. Я не отдам. Наспорь. Я не отдам. Да, я не хочу еще с двумя трупами потом сидеть, пускай забирают. Но он не будет нас паривать. Там еще третий где-то. А вон три, их трое. Ну и если начнут оспаривать, пускай с трупом сидят, а мы на Каму пойдем. Но они не будут. Как бы Герку мою тронет.
Ну, это же наша гирка? Или она вообще не наша? Нет. А, левая. Поможет, наша. Наша с нами. Хорошо. Нет, других динозавров здесь А44, к сожалению, нельзя приглашать. Типа, даже только в тот лимит, бы, тот вид, которым ты играешь. Угу. Для этого надо, чтобы у нас труп А, не, ну так ты это по факту, да, ты можешь забанить, но не надо этого делать, ребят. Фрог уже походу на этом зашел. Да? На тарайге. Я попить. Попить. Блин, уже Эликом спорить труп. Что будете? Алике, можете, пожалуйста, оспорить труп? Мы вас трогать не будем, мы уйдем. А вы его успешно доедите. Вон трайк идет на горе. Вон. А спорьте, труп мы вас трогать не будем, мы просто уйдем. Но, заберете нам его. Надо, чтобы у нас труп оспорили. Ну я сейчас сказал, они на стриме, ребята. Должны подойдут, оспорят, уйдем. Ну типа, если выбирать трайк либо кама, то в 3 саба лучше трайк. Ну лучше трайка, согласен, да, кама это, конечно, блин. Одногруппники меня чокнутые считают, ибо я часто больше работы перед сдачей делаю заново. Все, пойдем, нет, пойдем, нет, пойдем. Куда пошли? Он закричал, он не кусал воздух. Это не считается. Только не меня не кусни. Напиши в глобал, пусть куснет воздух. Он кусить воздух должен. Ребят, кусните воздух, кусните что воздух. Не, я думал, что он еще куснул. Я просто не заметил. Ибо я часто... Все, окей. Смотри, кама нас уже ждет. Сейчас они объединяются с трайком. И будет вообще жопа. Да, вообще, да, капец. Ибо я часто, блин, так и никак не отвечу, Хироми, Ема, это уже в следующей строче. Я часто делаю большие работы перед сдачей, делаю заново. Ну, хорошо подготавливаешься? Каме. Шоколадом скаймодеров не кормят. Почему же? У меня вообще есть такая задумка. Я хочу с логотипом сделать такие наклейки и их дарить подписчикам. Но придется отправлять, естественно, по почте. Только я вот все в раздумьях, делать ли так с моим логотипом. Просто там можете куда-нибудь стикеры, знаете, такие. Там 5x5 размером и куда-нибудь клеить. На монитор себе, на холодильничек. Кама там сзади идет. А он уже пишет try go вместе. Блин, у него в башке хитбокс охрененный. Вообще нормально так. С 5 метров может снять нахрен. Там смотри сзади кама. Я вижу, а что, они вместе уже типа? Походу да. Етишь, твой корень, круто. Привет, Дилноза. Привет, Скай мне подарил. Что я подарил? Что я подарил тебе? А чья-то дочка, этот ритуал от лозавров был для того, чтобы оспорить забрать труп. Что любит, ценит. Ух, ух, ёд. Нифига тебе фартануло. Он не туда поворачивать начал. Ага. На лоб мне приклеить? Ну, Хироми, это уж вы сами куда захотите. Можете на лоб, можете на животик, на спину. Ну, вот у нас Рубику не очень сильно повезло. По нему рогами попал. Ну, знаю, как его левый этот хитбок.
осветление сделать. Крутите лампочки обратно, пожалуйста. ППС вообще улетает. У меня зашибись, все нормально. Ну, компы не сравним. А. Можно пати, я Джуфрекс. Ребят, сейчас пати точно кидать никому не буду, сейчас напряженка пошла. Сори. Вот не понял, почему я его... Да, это по правилам сервера, ребят. Блин, Рил, а комара агрессирует. Но они не могут это делать. Я понял. Сейчас давай, короче, ему зеркалочку делаем. Угу. Блин, вот я не знаю, при файте он сидит на стриме или нет? Прок-то? Ага, но он сейчас зеркалки он знает. Потому что не раз со мной играл. Он герерки только мешает, я через них буду. Смотри, сейчас, короче, дерни его на себя. Сейчас, подожди. На спринте только. Давай. Он за тобой идет, блин. Ну, можешь дергать его. Хорош, хорош, давай, давай, давай. Вот я не понял, прошел по нему? Не-а. Вроде бы кончик хвоста его кусаю, а все равно. Тю-тю. Саминная пятка. Фильтр, фильтр. Я не пользуюсь решейдами уже, ребят, уже давно. Блин, тоже чувство, когда сап кусает, урона нет. Герерка прибежает, кусает, урон есть. Ну, собственно, чтобы хорошечно избавиться от вирусов на вашем ПК, ребят, это по-любому полный снос винды. Я похожу с ним. Окей. Да, у нас Рубик еще лежит пока. Надо... А, он отошел же, да. Да, на него лучше не выводить. Да, если бы Фро хотел, он бы на него бы лежал. Ай. О. Блин, надо было мне влететь, зараза, а? Вот я. Славный, 100%. Он, кстати, не бреет, да? Да. Видал? Опасно как было. Нет, конечно. Ну вот зачем эта герерка это делает? Да чё по стамине? Половина. Лялю. Хорошо. Окей. Прямо сдается маленько. В твою сторону идет. Ну, через свои, кстати, раз они так лезут. Через герок? Угу. Ну, типа, я пытаюсь развернуться, побежать на него, и герка бежит. Беспад, я не пропустил его. Как это работает, я вообще не понимаю. Стамина пятка. Еще карусель, тут вертолет начался. Опять ступлю с одной стороны. Я ни разу не попал, хотя вроде как два раза должен попал, был куснуть. Попал. А, попал? Да, звук был.
Блин, мне надо стаму, Кир, подрегенить. Помотай. Скай, можно вопрос к тебе? Можно меня считать алдом? Да, Динофан. Если тем более у тебя модурка, ты однозначно... Сейчас тебе эти будут. Я вижу. Красивый трайк. Раскрас топ. Я просто хожу. Два раза попал. Ну, я просто... Мне показалось, что я как будто не куснул даже его. Динофан, ты уже давно очень на канале, это я точно 100% знаю. Так, вот, блин. А как я по нему не попадаю вообще? Прям не хочет умирать от меня. На, он че, видишь, что ли? У него нет блюда. Не-не, я про Рубика. Ага. Ой, без панки, я так не знаю. А, он скинул уже таки. Заразы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, а как-то посложнее играть с тобой. С тобой в DC сидит. Его надо вот так через право проходить. Блин, охренеть, попал. Надо было вправо отойти, зараза. А нет, он за тобой будет идти. Он идет, что ли? 6.2 у меня. Вообще укус по нему не проходит. Прошел. Ну, там такое место. О, да, в деревьях его, блин. Можно. Да, я его закусаю, короче, до конца. Ловуха, зараза. Мне ему нормально дал, я ему хорошо дал. Особенно в этом камне там, считай, блин, он застрял. Экран второй может, да, или сколько? Вы, в принципе, можете его уже прям до конца лупить. У тебя? Ёп! А мы маленько бледово тут сыграли. А мне попал. Ладно. Да не, хорошо было, нормально. Я считаю, можно вообще, в принципе, заканчивать. Я буду, да, тоже заканчивать. Хороший конец, концовка стрима, я считаю, нормально. Спасибо Фрогу. Засранец еще тот, конечно, но файт хороший. А я что-то, блин, влетел, думаю, сейчас кусаю, блин, забыл про силовуху, прикинь, нет. Зараза. Хорошо, Шадоу, окей, напиши мне. Ладно, брат, спасибо тебе. Спасибо, братишка, тебе тоже спасибо большое за игру. Давай не теряемся. Согласен. Был очень рад. Я тоже. А как тут походить, поснимать? Угу. Я знаю, я помню. Ну, блин. Получится ли субботу-воскресенье, я не знаю, Кирюх. Ну, если что, напишешь. Я тебе маякну обязательно, да. Спасибо, Shadow, спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо, ладно, давайте, короче, на этой веселой ноте будем заканчивать наш стримчанский. Спасибо огромное, кто был сегодня на стриме, за ваши лайки, дизлайки, подписку, отписку. Всех вас люблю, обнимаю. Собственно, ждем до влога и в Рима. Ждем воскресенья, выйдет
На канале у нас ролик с новостями по Эврима. А потом. Упс, котом. Да. Ладно, в общем, всем, как говорится, хорошего выживания в The Isle. Берегите себя. Вот давайте соточку добейте. Кто там лайк забыл поставить? Ё-моё, вы чё? Шинобу, Скай, а ты считаешь, что я где-то год назад тебя смотрела и вернула, не помню ник, но я в Дисе была Лиса. Я помню тебя. Мы отомстим за вас всех. Спасибо, Дим. Спасибо, Дарк. Спасибо вам огромное. Нет, я тебя вижу, Дарк. Сори. Ну, просто когда файты, да, реально тяжело читать чат. Если чьи-то комментарии я сегодня не прочитал, ребят, простите меня, пожалуйста. Я стараюсь читать вас всех. Трайк повержен, все-таки молодцы. Вот. Ладно, все, давайте, короче, закругляться. Всех вас люблю, обнимаю. Мирного неба вам над головой. Любите друг друга, цените. Ну и следите за каналом. Удачи. До новых встреч. Я не говорю пока. Скоро увидимся.